Второй транш на приобретение жилья для пострадавших при обрушении дома отправляется в Юревецкий район. Распоряжение выделить из областного бюджета 38,5 миллионов рублей подписал временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский. Напомним, после декабрьской трагедии без крыши над головой остались 64 человека. Первая субсидия 10 миллионов рублей была перечислена в начале января. Одну квартиру уже приобрели. Первым новоселом заслуженно станет Владимир Галочкин, который сумел вывести соседей на улицу буквально за минуты до трагедии. Он получит ключи в четверг. Еще по 4 квартирам документы переданы на регистрацию. Не затягивайте тогда выдавать квартиры. Там не надо никаких торжественных церемоний устраивать. Надо, чтобы люди оказались в достойных жилищных условиях.